16 января 2020 года около 19 часов 31 минуты на улице Шишкова в районе дома 86А города Твери 34-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля Volkswagen. С тяжелыми травмами пешеход госпитализирован в реанимационное отделение. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении в течение суток.